Всем привет! Заинтересовался игрой и готов ее приобрести? Тогда сначала узнай о ее главных минусах. Первое. Игра находится в альфа-стадии. Даты релиза еще нет. Второе. Здесь бывают частые лаги, вылеты, падения FPS и так далее. Ну и третье. На старом деревянном компьютере игра вообще не заведется. Если от данных минусов ты не передумал покупать игру, тогда ты готов стать звездным гражданином и окунуться в этот прекрасный мир с полной свободой действий. Переходим на сайт игры по ссылке в описании к видео для регистрации аккаунта. Имя аккаунта. Вводим ваш никнейм. Если такое имя уже существует, то вы увидите красную надпись. Ну, значит, делаем новое имя. Почта. Вводим вашу действующую почту. Пароль. Должен отличаться от имени, иметь более 8 символов и содержать цифры либо символы. Дата рождения. Стандартно. Месяц, день, год. Реферальный код. Если вы перешли по моей ссылке, то код уже указан. Этот код дает вам 5000 игровой валюты, которые прямо сейчас вам будут доступны. Купить броню, оружие, груз для торговли и так далее. Вы точно найдете деньгам применение. Кстати, если вы регистрируетесь именно по моей ссылке, то я провожу каждый месяц розыгрыши среди всех рефералов. Есть шанс выиграть хорошие призы. Далее ставим обязательно галку, что мы прочли соглашение. Хоть кто-то его реально вообще читал? Если хотите получать новости от разработчиков, то можно поставить галочку в Stay Informed. Жмем Enlist. Поздравляю, мы зарегистрировались. Теперь нам нужен транспорт. Ну нельзя же быть звездным гражданином без своего космического корабля. Жмем на большую кнопку Play Now. Из самых дешевых нам дается выбор между двумя кораблями, Мустанг и Аврора. Я советую покупать Мустанг. Не возлагайте на него адовых надежд о нагибе всей вселенной, ну это все-таки стартовый корабль. Кстати, во время различных ивентов здесь могут быть и другие предложения от разработчика. Также есть выбор взять игровой пакет вместе со Сквадрон 42. В будущем это будет шикарная одиночная игра, крутой сценарий, куча голливудских звезд, за прохождение которого вам дадут бонусы в онлайн игре. Более подробно посмотрите отдельное видео у меня на канале. Когда Squadron 42 будет доступен, также нет ответа, поэтому покупать это или нет, решайте сами. Переходим к покупке. Первый пункт, что мы покупаем и его количество. Жмем Continue. Второе, ваш адрес. Жмем Add New. Имя, фамилия, компания, адрес, город, страна, штат, индекс, телефон. В России можно не указывать компанию и штат. Подтверждаем и переходим к методу оплаты. Опять подтверждаем, что мы точно готовы что-то купить и мы поддерживаем этот проект. Третье. Платить можно либо вашей картой, либо через систему PayPal. Выбираем удобный для вас, вводим данные и оплачиваем. Готово! Теперь вы являетесь полноценным звездным гражданином со своим стартовым кораблем. Теперь нам нужно скачать лаунчер и саму игру. Переходим в Apps, лаунчер и качаем установщик. Устанавливаем лаунчер, запускаем. Вводим вашу почту и пароль. Если у вас появилось окно с вводом какого-то кода, значит у вас включена двухфакторная защита. Чтобы узнать свой код безопасности, мы должны зайти в свой аккаунт на сайте. Жмем аккаунт, settings, далее security, вводим свой пароль. Здесь мы видим two-step authentication enabled. Ее можно отключить, но я не советую. Жмем по надписи manage your backup codes и копируем один из них. Здесь же можно будет сгенерировать новые коды, когда эти закончатся. Кстати, я бы советовал отключить на время двухфакторку, чтобы создать именно двухфакторку через специальные предложения от разработчика. Это намного удобнее и быстрее, чем каждый раз залазить на сайт. Скопировали код, переходим в лаунчер игры и жмем снизу Enter your backup codes. Вставляем код, выбираем на какой срок необходимо запомнить ваш доступ, чтобы опять не пришлось вбивать код. Подтверждаем. Качаем игру. Настоятельно рекомендую ставить игру на SSD диск. После установки вы готовы к путешествиям! Если у вас появились трудности или вопросы, заходите в Discord и вам быстро помогут со всеми вопросами, либо пишите комментарий, лично отвечу. Стань патроном, чтобы получить ранний доступ к следующим видео, либо уникальному контенту, которого не будет в свободном доступе, а также эксклюзивным и VIP-предложениям. Если данное видео было для вас полезным,
то я буду крайне признателен за лайк, репост и подписку на мой канал.